Семейная пекарня в Первомайском округе Мурманска ежедневно угощает посетителей булочками, хачапури и пирожными самых причудливых форм. По словам владелицы заведения, за 3 года существования вкусовые предпочтения покупателей известны ей от и до. Школьники прибегают сюда за хот-догами, людям постарше привычнее взять пирожки. Не отказывают в свежей выпечке даже в нерабочие дни, которые стартовали с 30 ноября. Кафе продолжает работу. Посидеть за чашкой чая можно при наличии QR-кода. Конечно, это создает, может быть, определенные неудобства. И в первую очередь население считает, что, может быть, ограничивают какие-то их права и свободы. Но, тем не менее, мы считаем малый бизнес о том, что это правильное введение определенных мер ограничений, потому что, в первую очередь, забота о нашем здоровье. И для нас, конечно, это сохранение рабочих мест и продолжение работы, чем полностью закрытие или приостановка предприятия. Локдаун введен почти во всех регионах России, и заведения общественного питания работают только на вынос и на доставку. В Мурманской области жестких рамок не вводили. В кафе из новшеств – пункт контроля температуры. Мы к этому готовы, потому что у нас появился дополнительный продавец, которого мы будем ставить на входе. Это измерение, конечно, температуры. Люди, которые захотят, и проверка QR-кодов, которые захотят посидеть за столиками и отдохнуть здесь, перекусить или выпить чашку чая, кофе. Марина уверена, главное в бизнесе – умение адаптироваться под обстоятельства. Коронавирус никуда не ушел. Приходится пока что мириться и подстраиваться под ситуацию. В таких условиях важно не пренебрегать правилами, которые помогут сохранить здоровье посетителей, а предпринимателям удержать свое дело на плаву.